Всем привет! Вы на канале Виталий Плейс, и это проверка самых лучших бомбовых вирусных лайфхаков из ТикТок и Инстаграм. Поехали! Ребят, смотрим сходу первый лайфхак, который называется «Как быстро перебраться на другой берег». Челик берет моцик, разгоняется на нем, едет через определенную локацию, нажимает на кнопку выхода и тем самым переплывает очень и очень быстро, хочу заметить, на другой берег. Не знаю, рабочая эта тема или нет, возможно, разрабы ее уже давным-давно пофиксили, не знаю, в каком сезоне это было, но все же давай вместе с тобой проверим данный лайфхак. Если честно, ребят, я думал, что очень и очень долго придется искать мотоцикл, но, к счастью, я его сразу же нашел, и поэтому надеюсь, что получится выполнить данный лайфхак с первого раза. Очень сильно на это надеюсь, потому что если он выполняется с первого раза, значит, он рабочий, это во-первых, естественно, а во-вторых, он юзабельный, потому что есть такие лайфхаки, которые вроде бы и крутые, но требуют выполнения там с пятого раза, шестого получается, но они не всегда получаются, поэтому смысла юзать данные лайфхаки нет. А здесь же, наоборот, если вас будет накрывать зона, и нас сейчас не убьет нуб, да, если вас будет накрывать зона, и вы будете уверены в том, что у вас есть еще время на то, чтобы подлутаться, а потом просто на мотоцикле перелететь на другую сторону, то это суперский лайфхак. Я за 3 года игры, к сожалению, о нем не знал и увидел его впервые. Давайте я сначала меточку поставлю. Метку надо вот сюда, да, поставить примерно. Где-то вот здесь он. Я к чему веду? К тому, что это суперская тема. Если два моста перекрыты, и вы видите, что зона уже накрывает вас, вы живете еще в синьке, просто ищем быстренько моцик. А если он есть изначально, то и искать ничего не надо. Просто разгоняемся и перелетаем на другую сторону. Сейчас попробуем. И это действительно быстрее, чем переезжать на тачке через мосты, которые могут быть уже закрыты. Либо же, чем плыть на лодке. Ее еще найти нужно. Я уже не говорю о том, чтобы переплывать, так сказать, вручную на ногах. Ну погнали, попробуем. Вот это было... Дайте я прицелюсь сначала, потому что, ребят... где? Вот здесь, да, по-моему, он взлетал? Вот. Не, не здесь. Такс. Не здесь. Вот здесь где-то. И не здесь. Вот здесь. Сейчас я быстренько пересмотрю еще раз ролик, чтобы точно не тупануть. Такс. Не-не-не, это было не здесь. Это было не здесь. Там было дерево. Около дерева. Около дерева, хотя метка стоит прямо здесь, где я поставил ее. По идее. Да? Ну да. Около... А, вон вижу, все. Все, я на телефоне быстренько посмотрел. Вот здесь это было. Вот. What? Так, отмечаем себя на карте. И теперь надо разгоняться. Напишите в комментах, пока я еще не прыгнул. Как думаете, рабочий лайфхак или нет? Берем разгончик побольше. Ровно на меточку. Надеюсь, с первого раза. О, Батейра. Вот наш камень. Взлетаем, нажимаем на выход. И падаем в воду. А под водой, смотрите, как быстро проплыл. Нихера себе. Слушай, я хотел сказать, что тема не рабочая. Но если под водой вот так проплыть даже быстрее, это рабочий лайфхак, во-первых. А во-вторых, тебя так 100% не забанят за то, что ты в воздухе летишь там. Хотя и так не должны забанить. Но я должен сказать вам, что, ребятки, тема-то рабочая. Вы видели, за сколько секунд я, находясь под водой, проплыл?
очень и очень быстро. Но давайте попробуем выполнить точно так, как это выполнил автор. Еще раз. Так, ребят, нашел я монцик, потому что в прошлой катке вальнула красная зона. И это честно, потому что здесь людей нет. Здесь одни боты, и красная зона лютее любого читака. Но, надеюсь, со второй попытки повезет. Тем более, что я нашел мотоцикл достаточно-то быстро. Вот еще один моцик стоит. Но тот трехколесный, он нам не подходит. Давайте уже без меточки сразу попытаемся разогнаться. Мне кажется, там просто нужно выпрыгнуть гораздо раньше, чем сделал это я. Я пересмотрел видосик еще этого парня. Но у меня такая тема с моциками никогда не получалась. Это получалось у Джесси Пинкмана неплохо. Он мог выпрыгивать с моциков. Я так не могу. Но давайте сейчас попытаемся. Возможно, там на определенной скорости нужно выходить. Вот это дерево. А, вот сразу надо выйти. Сразу надо выйти. Ну, слушай. Ни хрена себе. Со второй попытки. Это 100% рабочий лайфхак. Он очень топовый. Жалею, что не знал о нем раньше. Охренеть просто. Ну сколько? Секунд 20, наверное, ушло на то, чтобы переплыть. Вот полностью на сушу, смотрите. Не знаю, сколько точно. А, не, вон есть люди, смотрите. Я думал, нет, в килл-чате ворон даже есть. Охрененный лайфхак. Очень и очень годный. Прям очень годный, наверное, в копилочку пойдет моих топ-3 лайфхака, которые есть вообще в этой игре. Охренеть! Нахер мне теперь эти мосты? Просто ищем моцик. Выходим, ребят, главное выход нажать вот прям сразу, когда только взлетаешь на камни. Ну чё, поехали проверять следующий лайфхак. Я думаю, первый достаточно таки годный. И ты поставишь ему лайк. Смотрим второй лайфхак на сегодня, друзья. Хочу вам сказать, что я его уже сам посмотрел. И это не лайфхак, а скорее всего баг. Смотрите, челик попадает в новом ТДМе на невидимую текстуру. И с этих текстур он убивает типа, который даже не подозревает, откуда его убили. Вот этот момент, смотрите. Просто берет, убивает типа, тип крутится по сторонам и не понимает, как его убили. Погнали, проверим данный баг. Ребят, на самом деле это такой себе лайфхак, это баг, скорее всего, и за багоюзерство вас могут забанить. Поэтому никому не советую проверять его даже, как это сделал я. Но я все-таки для вас проверю, рабочая тема или не рабочая, просто чтобы показать, откуда вас могут убить. Если меня, конечно, мои тиммейты прикроют. Они пока только мешают. Надо было создать кастомку, я тупанул, надо было через кастомку все это дело проверять. Может спрятать оружие? Да ладно. Ой-ой-ой, как мы влетаем, 13-1. У меня попались отличные такие тиммейты для проверки лайфхака. Я думал, меня хоть кто-то прикроет. А, все, я вижу, там на бортик надо запрыгнуть, сорян. Я уже понял. Сюда, теперь на бортик, на вот этот. Теперь с бортика сюда. Паркуримся. И да, ребят, я не попал в текстуру, на текстуру, я попал в текстуры, смотрите. Отсюда уже можно тоже валить. Здесь упал. Так, что туда можно забраться? Сейчас попытаемся. Сейчас попытаемся. Еще разочек. Бежим. Там дело случая, 100%. Так. Запрыгиваем. Еще раз. Надо в уголок прыгать. Эх, типы, вам повезло, что я не играю. Вам тупо повезло, что я не играю, а просто снимаю лайфхак. Так. Так. Оп. Ну. Да, смотрите, попал. Все, хорош, ребят. Отсюда я убивать, конечно же, никого не буду. Но этот баг лайфхак рабочий. И я никому не советую его использовать, ребят.
никому. А сейчас можно немножко подпортить красным настроение. Почему у меня гроза? Не понимаю. Ай-яй-яй-яй, перезарядка. Токсик. Слушайте, я только на бетке в КБН в этот играл. Пацаны, что там? Это вам не батл валить. Жалко, что, конечно, гроза... А, можно было наемку поменять. Ну да, ладно. Они все с грозами. Но, к сожалению, мы только проверяли баг лайфхак, он рабочий, ребят. И поэтому здесь нет ничего такого. Я не советую вам его проверять, но все-таки знаете, что вас оттуда могут убить. Оттуда вас могут убить. Смотрите, я даже не стрелялся на втором месте. Вас оттуда могут убить, поэтому не используйте его. Не советую вам использовать. Что ж, друзья, вот таким вот получился видос, я надеюсь, он вам понравился, вы оцените его лайком, подпиской на канал, если по какой-то причине ты еще не подписан, а также в колокольчике включай все уведомления, чтобы быть в курсе всех самых свежих новостей, видосов, багов, нычек и так далее в мире PUBG и не только. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ребят!